Клево всем, друзья. На улице зима, а значит, что надо? Правильно, ехать ловить карпа. Да, это не шутка, друзья. Карп такая зараза, если его в водоем, карась и карп, если их в водоем запустили поздней осенью, то по открытой воде зимой он будет клевать великолепно. Одна задача — найти, где он. Если попадешь там, где он стоит, можно поймать, черные камни отдыхают. Я приехал на Платник. У нас погода гуляет. 4 дня назад было минус 5, лежало 40 сантиметров снега. Сегодня плюс 12, снега почти уже не осталось. А завтра уже минус 1 и опять похолодание. Водоемы открылись. Приехал попробовать уговорить карпика. Не знаю, поймаю или не поймаю. Где он на этом водоеме кучкуется, я не знаю. Поэтому буду пытаться ловить там, где есть возможность сесть. Уже начало первого. Осталось рыбалки около 3 часиков. Надеюсь, что-то поймали. Поехали, друзья. Приехал, походил, посмотрел, где-то там кто-то что-то ловит, кто-то что-то поймал. Здесь на пирсе, на весь контингент буквально была поймана одна рыбка, вот уже при мне, и все. И где что как, не знаю. Где сейчас здесь обитает карп, я не знаю. Но буду пробовать. Ловить планирую опарыш и мотыль. С этим у нас в крае огромная проблема. В принципе, это главная причина, что нету мотыля. Я не делал ролики, не ездил на рыбалки. Нету в крае мотыля. Огромная с ним проблема. Где его взять, понятия не имею. Так, тут у меня добавка специальная, секретная. А для чего нам нужны добавки? Правильно, секретные. Правильно, чтобы пинать, что рыбу не поймал. Если бы не добавил, то могло быть. А раз добавил и не поймал рыбу, то все, 100% виновата секретная добавка. И где здесь обитает сейчас карп, понятия не имею. Ну, надеюсь, подойдет. Одного-двух, надеюсь, поймать. Да, зимой, ребята, так, если карпа запустили поздней осенью, и вы знаете, где он в этом водоеме кучкуется, можно поймать так, что летом отдыхать будет. У меня на канале есть видео, или тот, или позапрошлый год, не помню, ловили карпов, можно посмотреть, перейти по ссылке, неплохо ловили. Буду ловить с мясом. У меня все на мясе, прикормка ракушка, и вот добавил мидии ароматизатора, что вся прикормка будет с расчетом на мясо. Холодная вода, неактивная рыба, вдруг что-то будет. Вот такая прикормка. Все. Вкусно пахнет. Пока она настаивается, собираю удочки, ищу точку ловли. Ну что, первое удилище нашел, куда буду бросать. Ловить буду на клипсе, поэтому не хочу возвращаться. Буду на 2 оборота подматывать после заброски. Сейчас буквально 3 кормушечки положу. Много кормить не буду. Зимой это особо нет смысла закармливать, перекармливать. Сильный боковой ветер. Южный.
Давно не был с фидером на воде. Нету ни монтажей, ни крючков, ничего. Надо брать заново все вязать. У меня пусто в запасах. И ничего страшного. Ни монтажей навязанных, мне казалось, ничего. Вот это я доловился. Не ездил, ничего не делал. Здесь надо будет потратить время, посидеть. Несколько вечерков навязать. Так, крючков нету. Ну, что-то есть. Так, толстых нету, только тоненькие. Ладно. Что-то там из крючков еще осталось, остаточки. Поводок 30 сантиметров у меня. На карпа более длинный вообще не вижу смысла от слова совсем. Ловить буду пытаться на мотыля. С мотылем проблема, купил он в ужасном состоянии, и на опарыш. Мотыль ужасный. У нас его завозили еще до Нового года, больше новых завозов не было. И вот на этот мотыль. А уже середина февраля, и буду ловить. Ужас. Ну что, для второго тоже нашел точку. То же самое. Закармливаю, три кормушечки кладу. И в бой. Ну что, удилище в бою, также отбиваю 10 минут и ждем поклевочку. Есть, есть поклевочка, друзья. Первая поклевка. Кажется, да. Есть рыбка. Смотрите, сработал. Да. Вот так вот, первая поклевка на фидер у меня в 2021 году. Идет тузик. Это, конечно, не летние бойцы, не летние. Чувствуется. Я там бы такое уже устроил. Летом я здесь ловил. Эти тузики тут собирали всех соседей. Пока вы говорите. Есть, друзья. Ну что, прикормочка сработала. Вот такой красивый, а? Смотрите, какой красный хвостик чешуйчатый. Ой, красавец. Ой, какой. О, растопырился. Давай, подними, полнячок. Ой, подними. Ой, смотрите, какой красавец. Очень красивый. После заброса прошло всего 8 минут. Поехали дальше, друзья. Отбиваю 10 минут и перезаброс. У нас каждую неделю два раза меняется температура. То было минус 15, неделю продержалась до минус 15. Потом температура поднялась до плюс где-то 10. Потом буквально на той неделе опускалась до минус 5 на выходных. Сейчас середина недели, температура поднималась до плюс 15, и с завтрашнего дня опять минуса передали.
Завтра уже минус, сегодня плюс 14, завтра минус 1. То есть вот такие качели у нас конкретные. Зато есть шанс, что еще раз на лед выйду. Хочу карповый загиб. Зимой они не настолько мощные, как летом, но тоже приятные. Оп, поклевочка. Раз, ход, друзья. Сошел. Сошел, поклевочка была. На новой точке была поклевка. Сначала увидел шевеление, рыба зашла на точку и пошевелила кивертик. А потом была поклевка, но вот, к сожалению, не реализовал. Мимо. Опять была поклевка, мимо, друзья. Плохо. Поклевочка. Есть, 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 ребятки, пока держу рыбку. Поклевочка. Пока он там. Давай, давай, давай. Офигеть. Бодается, бодается. Такую, как будто покрупнее первого. Тяжелее тузик идет. Забагрился. Забагрился, друзья. А нет, врут. Врут, вот он. Какой красавчик. Опа, есть. Хорошая рыбка, друзья, хорошая. Друзья, вот такой красавчик. Смотрите, красавец. А, а ну покажи свои плавнички, не хватит. Вот такой зеркашка. Вот такой красивый. Это, наверное, такой 2,5 точно. Вот он. Смотрите. Зимний. Красавец, да, друзья? А? Зимний красавец. Опа, смотрите, сразу поклевка, друзья, была. Опа. Есть, есть, сидит сразу. Буквально 2 минуты и поклевочка произошла. Вот это вот я понимаю. Вот это мне нравится. Так я люблю ловить. Зимой карпа. Через 2 минуты. А, сход. Сход, друзья. Ну что, друзья, рыбалку заканчиваю. Надо ехать ребенка садика забирать. С часу дня до, на данный момент, 15:59. 4 часа, вот 3 часа рыбалки. 5 или 6 поклевок. 2 реализовал. Были сходы, были пустые поклевки. Что скажу по зимнему карпу? Зимний карп, вообще сам по себе карп всегда, он движется в определенном участке кормовом.
И бывает такое, что метр не до не попадания, можно не увидеть ни одной поклевки. Еще через метр будет клевать, как на черных камней. Вот такая особенность карпа. Зимой эта особенность еще сильнее. Он еще меньше двигается. То есть есть где-то стоит основное стадо. Если попасть в точку обитания основного стада, клев будет зверс, просто очень сильный. По краям хуже. Где-то дальше какие-то единичные будут забредать, иногда поклевывать. Еще дальше поклевок вообще не будет. Между вот это вот разница может быть между поклевками и непоклевками буквально несколько метров. Это проходили неоднократно, много карпа мы зимой ловили. Это очень-очень сильно видно по нему. Значит, на данный момент всю возможную акваторию я пробил везде, где достаю. Я не нашел точки, где рыба кучкуется. То есть в этом диапазоне его нет, он где-то стоит в другом месте, и сюда нет-нет подходит, вот тут нет-нет получаю поклевки. Начало вечереть, он стал меньше двигаться, соответственно, поклевок не стало. Он стал до меня не доходить. Вот такая особенность зимнего карпа, в принципе, и не зимнего тоже, но не зимний карп, летом радиус его хода более большой, чем зимой. Поэтому главное вычислить, узнать, где он ходит, и садиться в этом месте. Тогда можно его реально поймать зимой, там 30-40 килограмм, реально. Вот так. Основная насадка — это мотыль, на втором месте опарыш. Но лучше всего мотыль всегда работает. С мотылем проблемы, у меня там полугнилой какой-то. Купил 3 коробочки, из него еле-еле вот наковыриваю очень плохого мотыля. В Краснодаре, как я говорил, нам завозили, последний завоз был мотыля еще перед Новым годом, это вот остатки. Поэтому основная причина, почему я не выпускал видео, никуда не ездил, нету мотыля. Рыба есть в Кубани, везде, она поклевывает, но без мотыля особо делать ничего. Ну что, друзья, буду собираться. Друзья, карпа зимой ловить можно и нужно. Если у вас зимой очень часто открытые водоемы, есть знакомые хозяева прудов, говорите, чтобы карпа запускали поздней осенью. И тогда всю зиму по открытой воде вы сможете его ловить. И такой же этот совет для хозяев водоема. Если у вас большую часть зимы водоем ваш открыт, запускайте карпа поздней осенью, и к вам будет приезжать ловить карпа всю зиму, весь период открытой холодной воды. То же самое относится и к карасю. Карась ловится зимой отлично, но ему нужны свои подходы. Если карпу это чистая прикормка, то карась, конечно, прикормка, мотыль и грунт. У меня есть на канале видео, самое первое выложенное, как раз на эту тему ловли карася зимой. Я очень подробно рассказываю, замес, показываю все. Так что, друзья, смотрите, делитесь видео, подписывайтесь. До новых встреч!